Всем привет, ребята, с вами я. Я играю какую-то игру. Я вам расскажу в комментариях. Это не ссылка в описании. Просто напишите в Google Play. Потом найдете. Там видите какой-то вот такой человечек, но желтый. А какашка какая-то читер, потому что я... А меня так получится, вот смотрите. И не очень... Вот я один баг расскажу. Как? Вот такой вот баг. Ой, да. Это, я сейчас выиграю. Сейчас, ребята. И я создателя вам расскажу, где в Ютубе есть. И вам покажу, кто этот создатель. Правда, английский говорит или нет? Я не понимаю. Сейчас реклама. Вот. Ой, охуен. Я вам расскажу. Вот такой. Вы, если не знаете, так сделайте. Ой. А так что, можно было что ли говорить? Сами такие умные. Эти немножко на пак похожи. Но нет, один. О! А почему я сразу... Я говорил, можно. Ну нет. Просто обосрался. Ну нет. Боялся я, да? Я боялся. Этот Хуани, потому что я его скачал, говорил, мне сейчас отдаст бан, но нет. И удалил. Потом вообще не нравится. И вот. Я сейчас это как спендран делаю. Я знаю. А, теперь я не знаю, где. Теперь это Михаил Джидан. А что это? Я чувствую. О, я выиграл. Он же много выиграл. Хуан. Вот, ребята. И я вам покажу, где где разработчик. Я вам расскажу. Ой, не расскажу, а покажу. Он английский или не английский? Английский. И я сейчас покажу. Вот, разработчик. И я это нашел. Вот, называется игра. Вот, разработчик. Это реальный разработчик. Реально говорю. Я вам покажу, какой игра это. И всем пока, ребята. Комментарии сейчас напишу.